Здравствуйте, мои дорогие, я дед Еремей. Сегодня 13 сентября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Владимира. Это имя имеет славянское происхождение и переводится как «власть над миром». Небесным покровителем его является священномученик Владимир Дивинский, диакон. В конце 80-х годов позапрошлого столетия в деревне Полонск Псковской губернии жила семья священнослужителей. В родовой усадьбе близ Ильинской церкви свое детство проводил маленький Владимир. По окончании духовного училища в эту же церковь и направили служить молодого диакона. Помимо исполнения диаконских обязанностей, отец Владимир состоял законоучителем в двух земских школах. Жил он жизнь свою счастливо. Дома его ждали верная супруга да пятеро ребятишек. Как научал детей своих диакон Владимир, так и заботился об образовании паствы своей. После Октябрьского переворота, несмотря на гонения на церковь, отец Владимир оставался верным своему долгу. Проповедовал, разъяснял суть происходящих событий и призывал прихожан отстаивать церковное имущество. Только завистники оклеветали церковного диакона перед новой властью, после чего отца Владимира арестовали и немедленно расстреляли. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Киприана и Геннадия, Александра и Михаила, а также Мирона и Дмитрия. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!